день. Вот с супругой решили порыбачить на трех пескарях, приехали. Вот, рыбалка удалась. Это только вот мы еще не то что уходим, мы еще будем ловить. Просто хотелось что сказать. Ребят, вот мы приехали сегодня сюда порыбачить. Не ожидал такого, то что попросили температуру померить, предоставили маски, антисептик, чтобы вот было как бы чисто, аккуратно. Все, кто, я смотрю, здесь рыбачат, тоже находятся в масках, как бы все соблюдается. Вот, слышал я о том, то, что здесь, ну, в трех пескарях есть такая акция, если там рыбку поймать с браслетиком, будет подарок. Вот, ну, слухи-слухи, а тут я вот вытащил, сам в шоке. Пошел лотерейку разыграл, вот, получил подарок. Очень-очень приятно, прям вообще просто радостно. Да и рыбка тоже не маленькая, хорошенькая. Вот, поэтому все... Все соблюдено, все прекрасно, все красиво. И я могу сказать следующее. Поверьте мне, вы каждый все ходите в магазин. Там быстрее можно заразиться, ежели здесь. Здесь природа, здесь хорошо, здесь отдых. И поверьте, здесь не друг на друге, все стоят и сидят. Поэтому здесь в разы безопаснее, чем в магазинах за продуктами. Особенно на кассах, когда стоят, все толкаются. Очереди по 5-6 человек друг другу, все затылки чихают, плюют, там не знаю. Поэтому, ребят... У каждого свое мнение, поэтому каждый своего придерживается. А я придерживаюсь супругой, что нам здесь намного приятнее, чем даже дома в четырех стенах. Как говорится, в тюрьме. Спасибо всем.